каждый новый займ больше предыдущего, и каждый последующий займ еще больше. Отличные наличные. Больше займов – больше сумма. Сегодня в Кызыле состоялась торжественная передача 20 новых автобусов МУП «Кызылгортранс». Сразу после церемонии вручения ключей новые пазики вышли на свои маршруты в микрорайон «Спутник», Левобережное дачное общество, Правый берег, Дальний Кахем и Вавилинский затон. На этих автобусах имеются таблички с указанием маршрутов. То есть сейчас буквально они уже после вручения, у них уже имеются путевые листы, кондукторы, карты маршрутов, свидетельства транспортных средств. И они сейчас уже практически приступают к перевозке пассажиров. Мэрия Кызыла будет оплачивать первоначальный взнос и процентные ставки в течение всего периода лизинга. В свою очередь арендатор обязуется оплачивать в течение 5 лет лизинговые и иные платежи. Также автобусам предоставили новые маршрутные номера. На сегодня это 6А, 19А, 11, 13, 17 и 25. Кызылчане рады новым автобусам и считают, что конкуренция упорядочит систему в сфере пассажироперевозок. Очень здорово, это хорошо, это нам нравится, потому что частные извозчики нас мучают. Сейчас наши городские транспорт будет работать, это будет для всего нашего народа очень хорошо. Я случайно вот увидел вот это такое мероприятие. Оказывается, нам привезли 20 автобусов в Кызыл. А в связи с этим хочу сказать, что я в октябре месяце был в городе Томске. Там людей возят только автобусы, плюс трамваи и троллейбусы. Там газеты не возят, поэтому я удовлетворен этим большим событием. Напомним, в середине прошлого года был объявлен аукцион на приобретение транспорта для «Кызылгортранс». На условиях лизинга была приобретена первая партия автобусов марки «ПАЗ» в количестве 14 единиц на сумму более 28 миллионов рублей. А также в дополнение еще 6 автобусов, которые обошлись более чем на 13 миллионов. Все пазики прошли технический осмотр и застрахованы. С 1 февраля увеличены размеры пособий, связанных с материнством. Так, работающие женщины, вставшие на учет в женской консультации в ранние сроки беременности до 12 недель, получат единовременное пособие в размере более 870 рублей. Единовременное пособие при рождении ребенка с 1 февраля 2018 году составляет 23 462 рубля. Право на единовременное пособие имеет один из родителей или лицо его заменяющее. Работающим мамочкам положено еще и пособие по беременности и родом, его сумма зависит от заработной платы. Пособия в 2018 году будут рассчитываться из заработка, полученного в двух предшествующих годах, то есть 2016 и 2017. Порядок получения пособий не изменился. Пособие по беременности и родам имеет право получать только сама женщина, а вот получить пособие по уходу за ребенком может любой работающий член семьи, в том числе отец, бабушка, дедушка, опекуны, либо иные родственники, которые фактически осуществляют уход за ребенком. Также увеличились с 1 февраля текущего года минимальные размеры пособий по уходу за первым и за вторым ребенком. За первым ребенком пособие составляет не менее чем 4399 рублей 26 копеек, и по уходу за вторым и последующими детьми пособие не может составлять менее чем 8798 рублей 51 копейка. Елена Воробей, Оскар Кучера, Дмитрий Орлов, Ирина Климова и Джамал Татурашвили в комедии «Мужчина с доставкой на дом». 10 февраля в Доме народного творчества.
В минувшие выходные на Вавилинском затоне прошли соревнования по дрифту на Кубок регионального ДОСАФа. Соревнования были организованы на льду реки Енисей. Мастерство по дрифту показали все желающие старше 18 лет, имеющие действительное водительское удостоверение категории «Б». Организаторы на льду подготовили специальную трассу. Структура соревнований не сильно отличалась от летнего дрифта. Рано утром прошла тренировка, а после начались одиночные заезды, которые помогли организаторам распределить места по мастерству. Не дотягиваете до зарплаты? Дотянем! Отличные наличные займы до зарплаты. Спонсор выпуска прогноза погоды – отличные наличные, надежный партнер с многолетним опытом стабильной работы. Компания «Отличные наличные» рада видеть вас в любом из своих офисов в более чем 80 городах России. От Камчатки до Калининграда. Переплата по займам такая маленькая. Совсем малышка. Отличные наличные, но очень маленькая переплата по займам. В ближайшие сутки по республике ожидается небольшая облачность без осадков. В Кызыле небольшая облачность без осадков. Ночью минус 35, минус 37 градусов. Днем минус 24, минус 26.